Чтобы блюдо из кабачков было сытнее, я добавлю к нему картошку. Две картошки среднего размера нарезаю кубиками. Порезанную картошку отправляю в кастрюлю. Ставлю на плиту, заливаю одним стаканом воды. Стакан у меня 250 мл. Картошку посолю и оставлю вариться на 5 минут после закипания. Пока картошка варится, подготовлю кабачки. Кабачки тоже нарезаю кубиками. Также будем использовать морковку. Она не только улучшит вкус, но и сделает более красивым цвет нашего блюда. Одну среднюю морковку натираю на крупной терке. Немного петрушки порежу прямо вместе с веточками. Овощи отправляю в полуготовой картошке. Овощи еще немного подсолю и заливаю одним стаканом молока. Молока, как и воды, 250 мл. Оставляю продукты вариться до готовности, до мягкости, минут на 10. Когда овощи сварились, стали мягкими, я измельчаю их блендером до пюреобразного состояния. У нас получился нежнейший пюреобразный супчик, но это еще не все. Мы обогатим его вкус приправами. Я добавлю щепотку черного молотого перца, щепотку мускатного ореха, чайную ложку сухого гранулированного лука, пол чайной ложки сухого молотого чеснока. Вместо сухого чеснока можно добавить зубочек свежего, пропущенного через пресс. И еще по желанию можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Все перемешиваю и варю на плите еще одну минуту, чтобы специи открыли свой аромат. Суп из кабачков получился очень нежным и очень вкусным. Готовьте на здоровье и подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк и жду ваше мнение в комментариях. Всего вам самого доброго. Увидимся в следующем вкусном видео.